Так, едем к заказчику на установку интернета. Это Орловская область, 3 Золотарева. Спускаемся в низину уже, наверное, минут 5. Все ниже и ниже. Мобильная связь, соответственно, отваливается. Ни о каком интернете речи идти не может. Вот такая вот дорожка. Все ниже и ниже. Сзади тоже, не знаю, видно, нет. 5 километров вот по таким дорогам. Это Орловская область, чернозем. Спустимся, если будет дождь, не поднимемся. А дальше там пиздец. Так, тут какое-то заболоченное место, пока отключаюсь. Так, монтаж мы закончили. По вайфайчику подключен у нас ноутбук. Сейчас посмотрим, что у нас тут получилось по скорости. Мы уже спускаемся. Ну, приятная неожиданность. Что по параметрам сигнала получилось. Так вот. 10.07. Точнее, 10 июля 2020 года, 14.44. Ноутбук сел.